Я думаю, что нужно стараться вести себя так, чтобы люди шли за тобой, своим примером показывать какие-то позитивные стороны того, к чему мы можем прийти, вот тех целей, там, которые поставлены, что если мы их добьемся, будет там, ну, те или другие положительные какие-то у нас там вещи. Вот. И, соответственно, быть позитивным, не унывать, чаще улыбаться, мотивировать людей. Меня больше всего вдохновляет президент нашей компании. Вот. Причем это не просто такие слова, как дань уважения там, человеку, а действительно это мужчина, который всю свою жизнь был на позитиве. Он умеет как надавить, так где-то и поддержать. Он всегда находит какие-то активности и в работе, и в отдыхе, и в самые сложные моменты, когда мне бывает грустно, когда начинается депрессия, кажется, что там все плохо, я просто представляю его, как он там энергично улыбается, говорит, все, давайте там какую-то движуху делать, там, давайте что-то делать, и это вдохновляет. Добрый день, я Дмитрий Казанцев, я технический директор компании Broker Credit Service, я хочу поделиться с вами своей историей.